Здравствуйте, зрители, подписчики моего канала. Мы находимся на катке. Каток бесплатный, каток, представляете? Я не знаю, в этом году он начал действовать с 1 декабря. Смотрите, сколько народу. Как можно лишить это удовольствия? Денек прекрасный, солнечный. Я года 3 назад становилась на коньке. Не знаю, в этом году стану, не стану. Вот пункт питания, даже покушать могут. Здорово как. Я первый раз сегодня. В 9 утра, я смотрела в окно, уже был народ. 9 утра. Я катаюсь долго на коньках. Жаль, что в детстве так вот никто не поддерживал, да, и катков-то у нас не было. Здорово, как ездят здесь, правда? Прям завидую всем. Здесь очень нравится. А я, ох, кто-то упал. А я сегодня буду вот со своими палочками ходить гулять. Вот сейчас час дня. Народ, конечно, уже потеплело, солнце аж, слезы из глаз льют. Может стану, я не знаю, в этом году. Посмотрю, как у меня получится. Вот это, молодцы. Прям уж. Такое удовольствие получается. Здорово. Я прям как будто с ними там. Красиво. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами Мария. Вот возрастные. Видите, как хорошо ездят. Нет, все-таки стану я в этом году. У меня прямо желание туда зайти на этот лед. Каток работает до 10 вечера. Так что вот на протяжении целого дня здесь шумит. А сегодня тем более воскресный день. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами Мария. Да здравствует каток! Ура!